меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная ни таблицы умножения, ни географии. Нет, ну что это такое? Михаил Зощенко, «Великие путешественники». Ну, моя прабабушка, точнее, прапрабабушка, была не совсем права, потому что, чтобы идти в кругосветное путешествие, мало знать таблицы умножения и географии, нужно знать еще много всего чего. А вот чтобы быть разбойником, бандитом, грабителем и убивцем, не нужно знать ничего. А сегодня у нас рецепт, в котором действительно, друзья, знать не нужно, для его приготовления знать не нужно ничего. Поэтому десерт у нас... Бонни и Клайд. В качестве Бонни у нас сегодня выступает клубника 250 грамм, в качестве Клайда 150 грамм персиков, а сахар столовая ложка, ну и для крема сливочный сыр 60 грамм, сливки жирные 80 миллилитров, 2 столовые ложки сахара и мята для украшения. Все, друзья, да, все. А вот так просто. Пойдем готовить. Ну и, как бы скучно это ни звучало, первое, что нужно сделать, это поделить клубничку пополам, предварительно оторвав у нее хвостики. Половину клубники будем измельчать в блендере, поэтому половинку я буду сразу бросать сюда. У нас сейчас будет спартанское деление клубники. То есть некрасивые и худые ягодки мы будем сбрасывать со скалы в блендер. А симпатичные и красивые ягодки мы будем нарезать на кусочки и оставлять для, так сказать, основного составляющего, для основного ингредиента. Пожалуй-ка я сяду. Моя фамилия Горбовский, можно я лягу? Я сяду. Единственная проблема, которая может сейчас у вас возникнуть, это как бы так поделить неравномерные ягоды равномерно пополам. Ну, как-то вот так. И еще... Нет, есть еще, конечно, еще одна проблема. Нельзя, нельзя. Нет, нельзя. Клубники так мало, я не буду ее есть. Не буду. Вы мне еще до сих пор верите? Подожди, я выберу тебе самую маленькую. На. Все, больше не дам. Никому. Между прочим, ученым из Ноттингемского института совершенно нечего делать. Потому что они вместо того, чтобы делом заниматься... О, некрасивая, вот это сюда сброшу. Вместо того, чтобы заниматься делом, эти ученые вывели идеальную формулу клубники со сливками. Кто бы сомневался. Формула эта гласит, что что лучше всего насладиться вкусом клубники со сливками вы сможете, если будете готовить это блюдо в пропорции 2:1. Ну, разумеется, 2 это клубника, а 1 это сливки. А то мы без них этого не знали. Ученые вообще, между прочим, потрясающие люди. Я вот, между прочим, не знаю, Ноттингем это, наверное, в Британии, да? Это же точно. Вот я, у меня тоже плохо с географией, но я думаю, что Ноттингем, есть фильм «Ноттинг-Хилл», наверняка это Великобритания. Конечно же, это были британские ученые, вот мы и нашли. Потому что этим людям вообще, по-моему, нечем заниматься. Они все время делают какие-то странные опыты. Я тут недавно пришла, и выяснили, значит, что если кричать на стакан воды в течение 80 лет, то его можно вскипятить. Вот, мне просто интересно, как они это выяснили? Опытным путем. А еще они выяснили, что ДНК человека на 30% идентична ДНК салата. Вот что они этим хотели сказать. Тоже интересно. А еще вот волосы в полете... Нет, не так. В полете волосы человека растут в 2 раза быстрее. Тоже интересно, как это. Ну и банальненькое там что-нибудь, что кошки 70% своей жизни спят. Ну, в общем, за хиханьем и хаханьем я закончила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. Я закончила дележку клубники. И эту клубнику я буду сейчас измельчать. Клубнику мы измельчаем не в гордом одиночестве. Ей составляют компанию 2 столовых ложки сахара. Пиу! Надеюсь, что у вас тоже имеется блендер с небольшой чашей, а то в большом это все красиво разметает по стенкам. Опа!
Ну, наша Бонни уходит в расход. Красиво. Так. Пока крем наш, вот это все удаляем, мы отсюда прям крем наш будем, ой, крем хотел сказать, нашу пюрешечку мы будем брать для полива прямо отсюда, поэтому все вот эти ненужные части мы удаляем и складируем где-нибудь тут в стороне. Теперь нам нужно слить из персиков жидкость. А чтоб тебя? О, отлично. Персиков нам нужно немного. Если вы не очень хорошо понимаете в граммах, сколько это будет 150 грамм персиков, то могу вам сказать, что это примерно 5 вот таких крупных половинок. 5 долек. У меня их 4. Ну ладно. Во. Все. Я их вынула. С них еще что-нибудь сейчас стечет. Чем суше они будут, тем лучше. Пока стекают персики, мы их тоже будем резать на кусочки, я иду и заканчиваю мучение клубники, разрезаю на кусочки ее. Клубничку режем не очень мелко. Где-нибудь на 4 большие клубничины, где-нибудь на 6-8 частей. Такими вот. Мельче не нужно, иначе получится то же самое пюре. Она нам все-таки нужна живая, с большими кусочками. Такс, вот. Еще один ингредиент готов. Ну и теперь пришла очередь стекших персиков. Когда будете покупать персики, хочу от чего предостеречь. Есть, конечно, желание, да, у нас у всех сэкономить, но постарайтесь не покупать вот такие уж очевидно дешевые консервированные персики, просто потому что, как правило, в них сами по себе персики уже старые, и качество консервов оставляет желать лучшего, и вас не получится даже нарезать эти персики. Они бывают, знаете, вот эти, видите, я режу, и они как-то на кусочки режутся. То есть они вот такие плотненькие. А в дешевых консервах персики похожи на мокрую тряпочку, на ветошь такую неаппетитную. Такая желеобразная масса. В общем, испортите десерт. Персики режем примерно такими же кусочками. Опа, выскочил. Как и клубничку. А родина персика, между прочим, Китай. И на своей родине персик называется очень смешно. Называется таохуа. В России можно практически ругаться истинным названием персика. Ты таохуа, а таохуа слышу. Так вот, наша чудесная таохуа у себя на родине в Китае считается тем же, что и у нас яблоки, то есть символом рая, плодом райского дерева. И вот райские плоды персики растут в небесных садах царицы Синванму, которая, согласно трактату «Созвездие персика», да, как бы неприлично это в России не звучало, есть такой трактат «Созвездие персика». Так вот, согласно этому трактату, растут и цветут и плодоносят эти персики в небесных садах Синванму только раз в 3000 лет. И раз в 3000 лет богиня собирает у себя пати из всех богов, пантеон, так сказать, и угощает их этими райскими плодами. Вот так весело и скоротечно под очередную байку у нас закончился еще один ингредиент. Нам осталось сделать то, что будет скреплять наши ингредиенты, а именно взбить крем, для чего я сейчас очищу себе немножко места. We'll be right back.
Нам осталось всего-то навсего взбить крем. Ну, это не самое сложное, но взбивать мы его будем аж на в два приема. Так сказать, в отдельных чашах. Для начала мы взобьем со столовой ложкой сахара сливочный сыр. Вот так вот, столовой ложкой чуть-чуть и еще немножечко. На небольшой скорости. Где-нибудь так, посерединке. Опа! Хорошо, что взяла большую миску, да? Можно развозюкать по всей миске. Ничего страшного, главное его вот так вот подвзбить, чтобы не было комочков и сахар размешался. Кремообразная масса вот такая получается. Достаточно. Не увлекаемся, чтобы не перевзбить. И во второй мисочке мы взбиваем сливки. Сливки мы начинаем взбивать. Немножко подовзбьем и добавляем к ним 2 столовые ложки сахара. Сначала мы их взбиваем сами по себе. Постепенно чуть-чуть увеличиваем скорость. Вот они запузырились. И когда вот пузырьки станут, их станет много и мелкие, такая вот пена образуется, мы начнем добавлять сахар. Сначала одну столовую ложку, потом другую. Вот же сметанка такая. Так, сейчас, неудобно, у меня руки всего 2. Поэтому я останавливаюсь, добавляю сахар ложку, перемешиваю и добавлю вторую. Добавляем вторую ложку сахара. Опа. И довзбиваем. Все, скорость у нас уже наивысшая. Вот получается такая вот воздушная взбитая масса. И теперь смешиваем первую взбитую со второй взбитой. Взбитый с сахаром сливочный сыр. Нам нужен мягенький сыр без комочков. Но зато любой, на ваше усмотрение и на любой бюджет. Замешиваем. Все, замешали. Ну и, собственно, последний ингредиент у нас готов. Теперь нужно выбрать красивые креманки или бокальчики, в которые мы это будем все по слоям складывать. Давайте сложим, вот, мне нравится красивый бокал, предлагаю сложить в него. Давайте, так сказать, сделать один большой для одной большой меня. В самый низ мы выкладываем все наши персики. Надо немножко разровнять, но между ними нужно оставить воздух, чтобы туда, так сказать, все проникало, попадало. Дальше. Персики немножко. Наших чудесных... Это у нас мальчик. Персик, это же мальчик. Это у нас Клайд. И он как бы ховается, он залег на дно. Вот мы захованного нашего Клайда поливаем клубничным пюре. Но тут не увлекаемся. Нам клубничное пюре еще понадобится для самого слоя клубники. Поэтому так вот, чтобы добавить вот аромат, вкус и цвет. Все. Сама сказала, не увлекаемся, а сама остановиться не могу. Ну, просто очень красиво. Теперь мы выкладываем белый слой. Это я не знаю, это одеяло. Белый слой крема. Естественно, это из тех десертов, которые надо делать прямо перед подачей.
потому что понимаете, да, что он через 15-20 минут все слои перемешаются, уже будет это не так эффектно выглядеть. Вот с белым тут слоем можно не скупиться, но не забывайте, оставить надо место и для клубники. Теперь пришла очередь нашей девочки, нашей Бонни. Нежное создание, должно питаться запахом фиалок, а она, понимаешь, с пистолетом наперевес носилась и грабила банки. Так, ладно, оставим грешную историю Бонни и Клайда в стороне, займемся кулинарией. Вот, мы красиво выложили клубничку, но это еще не все. Дальше мы немножко делаем вот такую белую шапочку. Такой вот. Такой. И дальше сверху, так сказать, на темечко выливаем весь наш оставшийся сок. Вот так вот. Красиво поползли наши багровые клубничные реки. И единственное, нам что осталось, это добавить сюда мяты. Надо добавить немного зеленого. А, отдай, пожалуйста, мят. Ох, какие у нас прям мятные тут. Прям мятный веник целый. Прям, ой, хоть в баню иди. Ну, нам так всего этого много не надо. Нам нужно буквально такие какие-нибудь два листка. Так вот, вот так вот. И такой какой-нибудь. Так, как-нибудь вот так. Во, вот так. Даже этот большой лист лишний. Тебя даже уберу. Во. Все, цветочек мяты положили. А наш Бонни и Клайд готов. Но мы рачительные хозяйки. А у нас с вами осталось от персиков еще водица. И мы сейчас быстренько из этой водицы сделаем, вдобавок к нашему десерту Бонни и Клайд, сделаем коктейль. И коктейль у нас будет называться... Простенько и со вкусом. Персик. Ну, а коктейльчик у нас будет очень простой. Все, что нам для него нужно, это, собственно, сначала... чтобы попроще, почистить бананчик и киви. И побросать это все сразу в блендер. Вот так вот. Опа! Опа! И сейчас киви туда же вслед за ним. Киви у меня очень твердый. Или твердое. Твердый все-таки, наверное. Киви же, плод киви. Я хитрая, я вывернусь. Я скажу, что у меня плод киви, поэтому он твердый, и я его чищу вот буквально как картошку или яблоко. Его выскребать ложкой было бы неудобно. Слишком твердый. Киви отправляем туда же. И сразу туда выливаем молоко. Опа! Перемешиваем. Сейчас наши фруктики измельчатся. Отлично, уже измельчились. И, собственно, добавим то, что у нас осталось с вами от персиков. Стекшая персиковая вода, персиковый сироп. Почему наш коктейль называется персик? В России, кстати, принято считать, что персик, ну, мы вслед за поэтами-романтиками русскими 19 века, считаем, что персик – это нежная девушка, да? Девушка как девушка-персик, сироп там девочку с персиками рисовал. А англичане, например, называют peach, персик, людей с тонкой душевной организацией
трепетных таких, с ранимой психикой, восприимчивых к искусству. Хотя мне совершенно непонятна логика. Ну хорошо, они нежные, но внутри же твердая косточка. Все. Я обещала, что коктейль будет легок, мимолетен и элементарен в приготовлении. Собственно, так оно и есть. Единственное, что нам осталось сделать, это добавить туда разрезанные из ванильного стручка вырезанные семена ванили. Так. Перемешаем их ложечкой. Здесь уже взбивать не надо. И перельем красивый бокальчик. Семена ванили сами по себе черненькие такие точечки. Вот они расходятся. Дают потрясающий ванильный аромат. Хочу красивый бокальчик. Вот. У нас сегодня день кубков. Переливаем наш коктейль. Ну и чтобы залеговать наши десерты, мне кажется, надо сделать как-то вот. И вот так вот метку за один хвостик, чтобы не потонуло. Но лучше всего украшать коктейли трубочками, ибо через них удобнее пить. Итак, десерт Бонни и Клайд, коктейль персик. Нежный, как персик, точно. Готовы, и я приглашаю вас к доске посмотреть, из чего мы сегодня это готовили. Для Бонни и Клайда нам понадобилось клубника 250 грамм, персики 150 грамм, сахар 1 столовая ложка, для крема все это связующего сливочный сыр 60 грамм, жирные сливки 80 миллилитров, сахар 2 столовые ложки и мята для украшения. Друзья, Леонардо да Винчи только губы Монны Лизы рисовал целых 12 лет. Так не пожалейте получаса, чтобы приготовить вкусненькое и побаловать себя и своих близких. А с вами была ваша немаленькая Вера Зощенко. Пока!